Группа туристов в парке Крюгера остановилась понаблюдать за большим стадом импал. Людям очень повезло, они стали свидетелями нападения гепарда, который сидел в засаде. В подходящий момент хищник выскочил и начал преследование. Дальше для добычи все прошло самым худшим способом. Она побежала в сторону автомобилей и на скорости врезалась в БМВ. Гепард тут как тут, но при виде окружающих его автомобилей и снимающих людей растерялся и ушел в сторону. Импала встать уже не смогла, а гепард сидел и наблюдал в сторонке. Наконец он собрал всю свою смелость, подошел к своей добыче и уносит ее подальше от дороги.